Всем привет! Сегодня с Димоном. Димон после вчерашнего стреляет нормально. Ходим по утке, наконец-то выбрались на утку уже с этими голубями. Будем ходить. Тяжеловато уже. В прошлый раз я тут походил, везде понапугивал, и как-то она уже поосторожнее себя ведет. Увидели утку, она в таких корчах сидит. Сейчас попробую нагнать на Димона ее. Опустошил. А где она? Улетела. Я там по таким корчам ломился, блин. Я когда поднялась, сразу вверх пошла, и вот над березой этой где-то. Далековато, вот. Да? Ну я тут стоял, вот, под этой березой, она такой, над березой этой и туда. Вот сейчас выйдешь вот туда, вот за это дерево, чуть левее, и возле воды станешь. А я, короче, пойду обойду, потому что тут они сидят, ну, по-разному бывает сидят, но если они поднимаются, то они обычно вот сюда и вот. Да не стреляй, ты чё, 200 метров. Блин, нифига себе, где они сидят. Блин. Заклинил патрон. Так, ну одну сбил. Одну сбил. С первого. Сразу черки поднялись. А то, оказывается, и утки сидели. Я обычно туда выхожу. Заберем, чего где-то бегает. Воды вообще мало. Видела чего? О, какая утка красивая. Фу-фу-фу-фу-фу. Уже почти вылинила. Можно пробовать скупти. Да, плоховато я вышел, если бы я туда, чуть туда вышел, то нормально было, правее. Обычно я правее выхожу. Ну тут редко бывают утки сидят, ну вот, сидели. О, лосики недавно переходили, хорошие. Чего по той стороне идет и ищет уток. Ну, видно, тут без окон, без ничего особо нету. Добыл? А, сележен. Качка? А, ну да, качка. Я видел, черки поразлетались в разные стороны. Ни один на меня не прилетел. Иди, стой, там тяга у них, вот лететь все. С полем? Халява. Халява признак мастерства. Спасибо.
Хорошая такая, да? Да. Это канал идти, да? Ну вот, ты сейчас вот этот корч обойдешь, там слева будет канал. Доходишь вот до тех больших деревьев, переходишь на тот канал. Понял. Пошли, Чумофей. Села батарея в самый интересный момент. Вот две утки, это под ранком. Чива с Димоном. Сейчас, если бы чива была, было бы полегче. Там глубоко, я ее не заберу оттуда. Думаю, же сейчас подплывет поближе. Что у нас, сележок молодой. Да? А, сележочек молодой. Как уже вот такой вот. Практически. Практически облинял. В общем, как получилось. В самый ответственный момент села батарейка. Я вышел, решил тудой пройти. Подумал, может, обычно они там сидят. А тут целая стая. Ну и уже на пределе стрелял. На пределе, в общем, две выбил с первого выстрела. Не знаю, как ее достать без собаки. Придется потом с собакой за ней приезжать. Что там, на самом глубоком она месте лежит. Ладно, с Чивой приедем, заберем, надо добрать. Потому что она еще живая. Привет! О, заметил. Давай, молодец, принеси. Давай, давай, давай. Молодец. Не было тебя, Чива, так бы не надо было бы добивать этих подранков. Молодец, иди сюда. Молодец. Уточка. Вряд ли я здесь перейду в сапогах. Попробовать можно. О. Иду спокойно, наверное, или не очень спокойно, но перейду. О. Есть. Отлично. Молодец. Принеси чего, принеси. Отца. Ну нифига себе. Молодец. Давай принеси. Откуда она сорвалась? Я ее не видел, вышел, да? Ну так хорошо взял. Ой, Димон отстрелялся. Это только навку. Ого, какая тут жижа. О. Смотришь, вроде твердо. На самом деле нифига не твердо. О! Если собака ходит, то это не значит, что ты будешь тут ходить.
Ну, чуть-чуть осталось. Болото, блин. Все отлично. Хороший сележок. Хорошенький. О, какой облинялый же. О, какая грудь. О, вижу, садятся. Тихо. Ага. Ну все, я знаю, куда они сели. Две точно сели. Далековато. Далековато, высоковато, но... В принципе, можно было бы попробовать, но сидят там. Сейчас она к нему пойдет тоже. Там. Пошли быстрее, пока она там. Есть. Молодец, молодец. Давай. Молодец. А вторая где? Где она лежит? Она походу под ранком. Где ты видишь, она лежит? А, так это та? А вторая? Ого! Надо было тебя отправлять. Нифига тут. Ого. Блин, а как это туда прорваться-то, а? Я там чуть не втопился, бляха-муха, как засосало, еле вылез. О. Так, оставлю тут ружье. Принеси чего. Что? Ну да. О! Тут как бы не глубоко, но тут, блин, мула по пояс. Я, короче, раз в костюме в Элке. Вот там, где мы с тобой возле сухого дерева ходили. Вот такая, типа, как здесь, канавка не широкая. Я, короче, ступаю. И выше, чем пояс в этот, ну, в грязь. Хорошо, что была вот ветка, знаешь, висела, да я дотянулся и вылез. Если бы ветки не было, я бы там и сидел бы так, что жабано. Пока кто-то не пришел бы. Не, я без... Тогда у меня чивы не было. Тогда это, у меня лайка бы... Наверное, там в углу сидят. 4, ага. Они нас увидели, что ли? Мы все равно там к ним... А, не 4, смотри, уже штук 10. Угу. Давай присянем, может, натянут. О, садится, смотри.
налетит, смотри. Налетает. Сядь, сядь, сядь. Да нормально было. Это вот такое ощущение, что они вот, что на этот вышли. Блин, вот тут, тут очень тяжело этого самого взять. Тут берег такой высокий в старике, знаешь, высокий. И там внизу и корчи, короче. Ну, сейчас попробуем. Ветка. Вот там. А там еще и дальше есть старик. Ну тут вот, блин, хреново не взять. Да обойти как с двух сторон. Тут не получится обойти. Че, иди сюда. Тихо. Получится обойти, блин. Не знаю. Ага, сидят там. Ну давай тогда, слышишь? Давай тогда вот. Тихонечко выходи к этому суху. Садятся, смотри. Нифига себе она там гоняет. Сейчас налетят. Блин, по этим последним можно было стрелять. Блин, надо было сразу сюда выходить. Ну, видишь, они как-то поднялись непонятно в ту сторону. Вон они. О, хорошая стая. Блин, ну тут очень сложно стрелять. Тут даже если бы вышли, не факт, что мы по ним бы обстреляли. Здесь легче. Здесь чисто. Блин, согнала такой табун. Так у нее слышал, какая истерика, она как человек кричала в один момент. Давай иди сюда. Блин, далековато. Далековато. Ты вообще стрелял, непонятно. Ладно, забери, я пойду обойду, посмотрю там. Я уже увидел сидячих. О, смотри, рыба, видишь? Отчивой пошла. Поищи тут, поищи, поищи. Давай, давай, давай. Блин, видишь, вода насколько упала. Они обычно вот в этом углу сидят. А если она там поднимается, да? То этого. Мне кажется, косуля именно вот под эту траву и маскируется, рыжу. Так, ну вот, результат сегодняшний. 1, 2, 7 штук.
7 уток, 4 утки, 3 селезня. Стреляли много, добыть было нам можно было бы побольше, конечно, уток. Ну, до 10 точно можно было бы добыть, да, Дима? Естественно. Димон сегодня настрелялся нормально. Ну, тут тяжело, тяжело подойти нормально. Это не канава, что выходишь, из-под ног не поднимается и стреляешь. Тут на выстрел тяжело. Ну, как бы с результатом нормальным. Подписывайтесь на канал, оценивайте видео. Увидимся в угоде. Все, скуби.